Ну-с. Как почивали сегодня, Эльза Ивановна? Достаточно. Лицо ваше выражает тревогу. Нет. В понедельник ухожу от вас. Куда, осмелюсь спросить? На курсы. Вагоновожатых. Вы их не одолеете, милая Эльза Ивановна. Прошу не беспокоиться обо мне. Не помирать же мне в прислугах. Вкусно. Я вижу, вы просто-напросто плохо спали сегодня, Эльза Ивановна. Что так? Опять боль в колене? Да, боль в колене. Угу. Я много думал о ваших страданиях, Эльза Ивановна. И знаете, к чему я пришел? К чему? К мысли, что вас можно поздравить. Видите ли, каждому человеку дано под старость примерно 5 порций хвороб. И нужно просто-напросто ликовать, когда в зачет принимается боль в колене. Но вы ничем не больны? А вот это самое страшное, Эльза Ивановна. Мне все еще предстоит